я, играя в мир танков, всегда задавался вопросом, что движет некоторыми членами дружественной команды, стреляющим по своим соратникам. Вот, благо сейчас разработчики убрали возможность нанесения повреждений коллегам по команде, но тем не менее все равно неприятно. Вот вашему вниманию предлагаю небольшую подборочку, когда стреляли по мне. Смотрите, комментируйте. Это подпишись, если что.